Суббота в Самарской области облачная и пасмурная погода. Местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха днем -4, -8 градусов. Ночью 11-13 мороза. Ветер северного, северо-западного направлений 1-3 метра в секунду. В Сызрани пасмурно и небольшой снег. Днем -8 градусов, ночью -13. Ветер северо-западный 2 метра в секунду. В Тольятти облачно, утром снег, днем -8, ночью 12 градусов ниже 0. Ветер северный 2 метра в секунду. В Самаре пасмурная погода, утром небольшой снег, в дневное время -6 градусов, ночью 10 ниже 0. Ветер северный 2 метра в секунду, атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 82%, геомагнитное поле относительно спокойное. Прогноз погоды предоставлен независимым городским сайтом samara24.ru.